красивейшем месте Рязанской земли, где пейзажи завораживают взгляд, расположен садик детства. Здесь прошел праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Дети подготовили для своих родителей увлекательный концерт. В нем приняли участие ребята, отдыхающие в летнем лагере, который работает в садике детства уже 4-й год. Даже самые маленькие постарались порадовать своих мам и пап. В увлекательных конкурсах и викторинах с удовольствием принимали участие и дети, и родители. Мама, держа в руках символ праздника и чистоты, полевую ромашку, приготовленную специально для выступления руками детей, исполнили танец. Песни, танцы и стихи звучали в этот вечер в садике детства. Воспитатели подготовили программу таким образом, что в празднике принимала участие вся семья. Улыбки на лицах стали символом такого доброго дня семьи, любви и верности. Перед началом праздника родители разместили на специально подготовленном импровизированном дереве сердца. Семья – это самое главное в жизни. Эти сердца символизируют нашу любовь к детям. Все родители прикрепили от себя каждое сердечко. Это, в общем, символ нашей любви к детям. Это прекрасная традиция. Хорошо, что она набирает обороты в современное время. Воспитанники садика детства все как один рассказали нам о дне семьи, любви и верности. День семьи, любви и верности, праздник, он нужен, чтобы открыть праздник семьи. Нужно, чтобы радоваться и веселиться. Семья – это мама, папа, я, бабушка, дедушка и мои все предки. Мама, папа, дедушка, бабушка и сестра. Семья собирается вместе. Всегда всем весело. И этот праздник символизирует любовь в семье, которая так нам важна. Ведь в семье мы родились, растем, продолжаем расти, увеличиваем эту семью. Семья – это часть нашей большой жизни. В рамках Дня семьи, любви и верности прошло награждение самых активных воспитанников лагеря и садика детства. Но и остальные не остались без внимания. Подарки получили все. Сначала любовь, потом семья, и потом только эта бесконечная верность друг другу. Именно так сложилось и у нас с вами. Мы с вами встретились, полюбили друг друга. У нас случилась такая огромная, дружная семья. И мы на протяжении многих лет верны друг другу. В завершении праздника прямо на асфальте расцвело ромашковое поле. А воздушные шары белого и желтого цветов взмыли ввысь, выше неба. Это стало символом той любви, которую родители дарят своим детям. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».